Щеночек у меня, посмотрите, у меня щеночек, реально щеночек маленький у меня. Да. Ой, он что, со мной будет крутиться? Да ладно, блин, жалко щеночка. Привет-привет! С вами Китти Кейт, и сегодня на канале Малышерин ТВ мы хотим отправиться в путешествие на воздушном шаре вместе с моим корешем Вау-Вау. А ты уже подписался на канал? Сделал кнопочку подписаться серой? Тогда подписывайся скорей! Раз, два, три, прыжок в бесконечность, бабах! Упс. Ой, ёшкин кот, это меня тут подбросило-то как? Это вообще что такое? Это что, минное поле? Блин, блинский, да как же отсюда сплавиться? Ё-моё, быстрее убегаем, 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 убегаем. Улететь бы отсюда куда-нибудь. Так, о, монеточки, отличненько. Так, кстати, ребят, кто-нибудь знает, для чего здесь монеточки? Может быть, надо что-то покупать, можно, я не знаю даже. Крутилочка, дайте я покручусь. Ай-ё-моё, больно же. Больно же, так нечестно. Да что ж вы делаете со мной? Эй, я покрутиться хочу. О, наконец-то. О, это я понимаю. Крутишечка, крутишечка. Это что? У меня новый уровень, и я все еще в этой крутишечке. Ха-ха. Прикольненько. И я, кажется, зарабатываю там каким-то образом очки, но это странно. Так, давайте приблизимся, а то мне меня не видно. Так, и что-то тут... Ой, опять свалилось. Да, что? Поползли отсюда! Попой вперед! Это что там за женщина такая? Ладно, ой. Ой-ой-ой. Ой, кажется, я тут бабахнулась. Ой, спасите, помогите! О-хо-хо-хо! Пришлось улететь на самый верх. Водичка, водичка. Фу, спасла меня водичка. Что? Что, простите? Там что? Там... Блин, да что ж такое-то, кажется, я труп. Посмотрите на меня, посмотрите на меня. А, все, все, отлично. Так, вау-вау, ой, блин, я сдохла. Давайте сюда отправимся. Фу, где, кореш, ты где? Вон ты где. Да ты что пинаешься-то? Это... А это что такое? Это вообще законно? Опаньки! Вот это шандарахнулись, да. Давайте полетели наверх. И... Бабахи! Так, кстати, здесь что-то мы не очень много очков зарабатываем. Мне кажется, мы где-то больше зарабатывали очков. Так, а это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Странно как-то очень... Эй, это что, лазер? Блин, меня реально здесь вообще всю расшандарахали. Пойдемте-ка посмотрим. Кстати, а что можно купить? Так, мы можем что-то купить, только мне... Да. У меня монет нету, чтобы что-то покупать. Это как-то прискорбненько, я бы сказала. Так, кстати, 280 надо. Давайте-ка накопим на что-нибудь монеток и попробуем что-нибудь купить. Только я сначала хочу посмотреть, что вот это за штуковина. Какая-то очень интересная и странная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И что это такое? Эй, люди, посмотрите. Это что, блендер? Блендер? Реально блендер? А-а-а. Вот это я понимаю, меня покрутило. Я, кажется, застряла. Фух, жива, отлично. Пойдемте-ка, знаете куда? О, я еще монеты вижу. Монеты, а это что за дискотека-вечеринка? Сейчас, секундочку. Дискотека Серпантин. И что это такое? Это странная комната. О, мне какой-то чел машет. Привет, Уильям. И что ты даешь тут? Что надо? Что даешь? Ой, ё-моё, меня... Да меня растоптали тут. Японский мотороллер. Вы видели вообще, какая женщина какая-то без волос? Это она еще и под меня косит. У нее наряд такой же, как у меня. Это странно, если честно. Так, ладно, 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 убегаем отсюда, убегаем, я за монетками же шла. Тик-тик-тик-тик, о, отлично, фух. Дорогушечка, давай встаем, подъем, хорош спать. Кстати, ребят, пишите в комментариях, кто здесь до какого уровня дошел. О, там женщина, смотрите, она разнесла всю эту штуковину, блин, вот это опасно. И свалилась еще, ха-ха. И дружба нама его завалила. Да, неловкая ситуация, неловкая. Так, а ты что делаешь? Что-то каких-то зайцев собираешь? Собирает зайцев каких-то. О, а это что за крутяшка? Сейчас посмотрим, подождите. Опаньки!
Вот это крутанулись. Вот это крутанулись, вот это весело. Давайте, давайте, все сюда. Все сюда, все сюда, все сюда, все сюда. О-хо-хо-хо-хо! Как нас здесь много! Ё-моё, посмотрите, как здесь весело! Ёшки-матрёшки! Это прикольненькая ситуация. Посмотрите, сколько очков. Я еще один уровень повысила. Блинский! Ё-моё! Дружбан, пошли со мной крутиться сюда. Жмешь вперед и крутишься там по полной. Весело-весело получается. Давай-давай-давай со мной присоединяйся. У меня уже 3 раза уровень поднялся. Блин, а у меня какой еще уровень? Давай. А давай пока пос... кажется, я вылетела. Так, короче, я не знаю, какой у меня уровень. Ну, ладно. Эй, вставай, вставай. Че, все разлеглись? Блин, я встать даже не могу. О, ладно, все, в порядке. Вот так вот. Смотри, сколько раз я здесь... Не, это реально быстрая штуковина. Здесь можно супер быстро уровень повышать. И падать, и летать вообще. Так, хорошо. Ой, у меня аж сил нету встать, вы видели? Вы видели? Я пытаюсь встать и падаю обратно. Так, давайте еще разочек. Еще разочек, давайте, 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 давайте. О, это веселое занятие, если честно. Это какая-то кофемолка. Нет, не кофемолка. Это на что похоже? Это на что же похоже? Так, ладно. Ой, женщина хочет с вами забраться. Да иди ты, ты не влезешь. У тебя вон, прическа даже обратно на месте появилась. Так, а интересно, я когда увеличиваюсь, интересно, в размере или нет? Давайте посмотрим сейчас, что постоим чуть-чуть здесь. Если я увеличиваюсь, это будет прикольненько. Так, там кореш мой стоит, стоит. Залазь ко мне тоже. Он что, ускорил, что ли, меня? У меня голова кружится, кажется. Фу, блин. Да ладно, я уже устала крутиться в этой штуковине. Фу, слава богу. Пойду монетки пособираю. Я же хотела кого-то купить. Батут, это ж весело. Да, я тоже с тобой пойду. И что здесь надо? О-хо-хо, ничего себе. И что здесь, можно как-то... Опаньки. Вот это да, вот это прикольненько. Честно, прикольненько, давно не прыгала на батуте. Хм. Ребята, вы любите прыгать на батуте? Когда вы так кувыркались? Нет, это опасно, если честно. Лучше так не делать. Мне кажется, это можно и убиться так. Очень-при-очень быстро. Кстати, куда мы еще не ходили? Я еще не ходила, ой. Эй, дружбан, ты что? Что с тобой случилось? Так, я хотела еще вот сюда подняться. Слон? Слон? Что? Слон? И что с ним делать? Я со слона сейчас шиндарахнусь. Бабах! Всего лишь 8? Да ладно. А лесенки что? Опаньки, опаньки, полетели во всю Ивановскую дурь. Оп, оп. И чё, и чё, и чё, и чё? Опа! Да, смешно. Кстати, я еще, знаете, что хотела, ребят, посмотреть? Я еще тут не все изведала. Вот здесь еще какая-то лабиринтовая штуковина. Интересно, куда она ведет? Ой, ой, кажется, я не то сделала что-то. Да, что-то не то. Да, кажется, у меня что-то горит. Моя голова. Да ладно, еще. И еще. Так, я сейчас попаду, попаду, попаду. Я хочу вот ту. Попасть, попасть, попасть. Пожалуйста, пожалуйста. Я хочу посмотреть, что там за сундучок. Хотя, кстати, ребят, а как сделать, чтобы эти... Эй, это вообще законно? Что меня оттуда выкинуло? Не, ну я так не играю. Это еще как-то нечестно, мне кажется. Кто-то свалился тут. Пойду монетки пособираю. Вот сюда сходим. Это что за лесенки? Это ж эскалатор, обожаю на эскалаторе ездить. Только он какой-то большой для меня, по-моему. Что? Короли, королевы. Я стала голубой женщиной. Что? Боже мой. Это страшно, страшно. Как-то не хотелось бы мне такой женщиной быть. Посмотрите, как выгляжу. Это очень странно. Это очень настранно. Друг, смотри, какая я стала. Друг, ты где? Дед мой друг потерялся. Блин, тут вообще женщина без ног ходит. Ой, я могу купить щеночка. Ура, ура. Что? Нет? Щеночек у меня, посмотрите, у меня щеночек. Реально, щеночек маленький у меня. Да. Ой, он что, со мной будет крутиться? Да ладно, блин, жалко щеночка. У меня, смотрите, как уровень сразу растет быстро. Ё-моё!
Опаньки, вот это я дала, вот это да. Где щенок? Щеночек, ты где? Вон он маленький со мной ходит, такой забавный. Ну давай попробуем вот отсюда что ли, посмотрим, будет ли увеличиваться сила и мощь. Собачка, пошли. Вау, бабахи. Опаньки, не, это что-то не очень быстро. Как-то не очень интересно, да. Оп, ой, вот это интереснее было. Друг, пошли куда-нибудь. Ты что такой мощный? Походу, ты сильнее меня прокачался. Хотя не, у него 18-й, походу, уровень, у меня 20 какой-то, 21-й. Все, понятно. Ой, я уже про! Ничего себе, я стала про наконец-то. Проич. Ты что бегаешь от него? Да я тоже хочу. Ну так... Он, короче, не дает, чтобы его стрельнуло. Ну ладно. Пойду туда. Эй, женщина, так вставайте уже, вставайте, хорош валяться. Да. Да ладно. Посмотрите, что со мной происходит. Ёшечки, матрешечки. Я, кажется, еще какой-то уровень заработала. Блин, да ладно, да сколько ж можно. Дайте мне хоть куда-нибудь полетать. Интересно, кстати, здесь есть еще какие-нибудь миры? Так, ладно. Ладно, ребят, на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вы любите Roblox и всякие там крутые штуки. А я пойду поползаю тут, как этот скользкий тип. Вон, к другу побегу. Все, ребят, всем пока-пока. И не забывайте подписываться на мой второй канал, где я тоже играю в Roblox, и там куча интересных видосиков уже есть. Все, ребят, покасики.